Так, бригадир всегда проверяет, все ли качественно сделано. Ну, вроде бы доволен. Васька. Еле-еле ушел. Вот так вот. Так, все у нас здесь закрыто. Здесь у нас отверстие под вытяжку. Ну, и имеется в виду под утепление. Воздуховод. Все, остается сейчас столб сюда поставить. И подпереть нашу балку. И установить здесь еще одну балку. Как-то так. Очередная проверка, походу, прошла успешно. Бригадиру нравится работа, проделанная. Center line, это наш шалине центра, и вот у нас получается, я думаю, более-менее точно, где будет расположена наша балка, поддерживающая наши коньки.